Как нам различить три вида сотрудничества? Существует три вида сотрудничества. Первый, если мы ставим цели, нам нужны, конечно, что люди, которые помогают нам эти цели реализовать. Существует три вида сотрудничества. И где-то будет много текста, не все писать не надо, ключевые вещи будете писать, хорошо? Внимание обратите, три вида сотрудничества. Какие виды сотрудничества существуют? Вот, одно из них – это активно сопротивляется. Вы, наверное, это увидели, да? Человеку говоришь, делай то-то, то-то, он активно начинает придумывать, оправдываться. Особенно, как вы думаете, когда 1С бухгалтерия появилась, кто в первую очередь был против этого? Бухгалтера. Они были в первую очередь против. Почему? Потому что она на самом деле вытаскивает наружу все их нехватка знаний, некомпетентность и так далее. И самое интересное, чему они боялись? Они боялись, что они остаются компании ненужными. Они думали, что это все теперь могут любой кассир делать, и бухгалтер не нужен будет. И они этому боялись. На самом деле активное сопротивление происходит в трех вещей. Напишите это, пожалуйста. В трех вещей активное сопротивление вы часто встречаете. Первое, когда вы требуете все прозрачность. Когда вы требуете все прозрачность, люди, которые у них есть какая-то кормушка, они начинают активно сопротивляться. Второе. Когда вы внедряете какую-то инициативу, то есть какую-то инновацию, когда вы внедряете какую-то инновацию, люди будут активно сопротивляться. Не знаю почему, но они это считают, что как будто это сложно, это трудно, это вообще того-того. А почему на самом деле они это делают? Потому что выводят наружу их некомпетентность, их, там, можно сказать, упущение. И они не хотят, чтобы это все другие заметили, другие видели и так далее, и так далее. И третья вещь, когда они сопротивляются, это когда вы внедряете именно существует, когда вы внедряете новую культуру, когда вы внедряете, она всегда воспринимается сопротивлениями. Не знаю, почему это так, но это так. Корпоративная культура, когда меняется, корпоративная культура, которая сверху вниз идет, она всегда воспринимается частично у некоторых людей, у большинства даже, сопротивлениями. Например, вы отсюда поедете и начнете говорить, давайте вводим все это результативные, нерезультативные действия. Они будут сопротивляться. Вы начинаете говорить, давайте меняем правила, будем делать вот так, вот так. Обязательно будут сопротивления. Давайте мы меняем статистику, давайте мы меняем план. Обязательно будут сопротивления. Не все часть сотрудников будут обязательно сопротивляться. А почему сопротивление происходит такое? Любое изменение человек по своей природе сопротивляется. Вот, например, вы хотите похудеть, вы хотите пойти заниматься спортом. Прямо ваше тело бежит в спортзал? Вопрос. Или есть некое сопротивление? Например, кто-то из вас там, не знаю, курит. Умом понимает, что курить вредно, но бросать тело сопротивляется. Согласны? Кто-то из вас, вот у каждого человека есть что-то. Поэтому, но вот от того, что по природе человека сопротивление сидит, некоторый сотрудник сильно сопротивляется. На самом деле так. Вот. Я много раз это видел в своей работе и так далее. Второе. А почему они сопротивляются? Не хотят ничего менять. Просто не хотят менять. Они говорят, ой, так и так устраивает, все нормально, что еще надо-то там? Все нормально же идет, что это? Одну категорию людей вот открыто сопротивляются, прямо открыто. Вторая категория людей, они вот смотрите, инертные. Они какие? Соглашаются, но не делают. Они реально соглашаются. Я говорю, ты это иди делай. Говорю, да, да, конечно, конечно. Завтра, ой, я не успел. Я сегодня. А я сейчас как раз этим занимаюсь. Я как раз собираюсь это делать. Через день вы выйдете, а где-то. Я ему сказал, еще не принес. Вот скоро контролирую. Вы, наверное, столкнулись с этим тоже. Есть такая категория людей, они нет. Они соглашаются, но не делают. Но соглашаются. Но не спорят. Самое интересное, не спорят. Никогда не спорят. Сейчас я сделаю. Прямо сейчас сделаю. Завтра говорит, где она? Эй, я оказывается, голову. Потом опять оправдывается, что-то придумает. Это такие категории людей. Третий вид – это сотрудничают. Сотрудничают реально там. Вы говорите, он сразу выходит на коммуникацию, сразу говорит, да, конечно. И тут обратную связь дает, и активно работает, активно дает, можно сказать, обратную связь, и активно результат дает. Вот, сотрудники, они такие. Например, вы отсюда, когда пойдете домой, просто говорите, что давайте делим субботник. И сразу видно будет, частично, и так далее. В общем,
А почему вообще такие вещи делятся? Давайте субботник, давайте там природа видите или что-то и так далее. Это все для того, чтобы командная работа была, да? Командная работа виделась. Я сейчас рассказываю, у вас перед глазами, наверное, какие-то люди уже выходят, да? Вот Эшмат такой, Тошмат такой, Марина такая, Ирина такая. Согласны? Уже они же уже как-то на глазах уже у вас сразу как-то видно становится, кто из них что делает и как делает и так далее. Сразу видно становится.